Всем привет-привет! И сегодня мы едем на рыбный рынок. Рынок находится в центре Лондона, ну или вернее сказать на окраине центра Лондона, в районе Канари-Уорф. Едем мы где-то 6:15 сейчас утра, а сам рынок начинает работать с 4 утра, и к 9 он уже будет закрыт. Где-то 8:30 он закрывается, ну уже разъезжаются продавцы. Это один из самых популярных оптовых рынков, но вы посмотрите, какая очередь. Ну это, конечно, еще из-за того, что как бы и пускают и там, наверное, не всех из этого карантина. Но вы посмотрите, какая. И кстати, вот там еще поворот направо, и эта очередь огибает стоянку машин. И потом выходит вот на улицу, с одной стороны продлевается, потом надо перейти на другую сторону, вот где этот забор, и потом подняться, чтобы пройти уже вовнутрь двора. Вот видите, он там загорожен, вот видите, очередь еще идет, вот она вот так вот вокруг стоянки. Ой, короче, стоять тут и стоять. И вот туда вот она уходит, и потом выходит на проезжую часть, и потом огибает. В общем, стоять где-то около 2 часов. Это будет видео полезно тем, наверное, кто живет в Лондоне и собирается на Рождество еще вот поехать за морепродуктами, может быть, к Новому году закупаться. Так что имейте в виду, те, кто собирается ехать, одевайтесь теплее, расчетом на то, что вам придется простоять в очереди, чтобы попасть уже в сам павильон, где-то 1,5 до 2 часов. Вот мы там стояли около 2 часов. И, значит, в очередь мы встали, примерно пока припарковались, в 6:30, и вышли мы оттуда в 8:30. Вот нам заняло 2 часа. Мы, хотя закупились очень быстро, потому что мы попали, что уже к концу. Хотя людей было достаточно много. И цены очень хорошие. Салмон за килограмм 6, филе 10, а в принципе салмон... Есть большие по 15 штук, 6 килограмм. Тут коробками можно покупать, но можно купить и одну рыбу. Никакой проблемы нет. Продадут и одну, и две. И можно просто подниматься так рано утром за одной рыбой, наверное, не имеет смысла. И креветки, и меди, и кальмары, и устрицы, все. Ну, ассортимент рыб, такие есть рыбки, которые я даже не знаю, как они называются, и конечно, их никогда не пробовала даже, ну и не знаю, но может быть, когда-нибудь я попробую. Цены можете видеть, цены я поснимала, цены очень хорошие, в принципе, неплохо, все равно все тут дешевле, чем в магазинах. Сюда даже приезжают, закупаются маленькие магазинчики и развозят себе по магазинам для торговли. В розницу, вот так вот. Мидии, крабы, и лангусты. Дети, ой, какая красивища. Лобстеры, там живые, даже там еще не шевелятся. Ну, классно. Осьминоги, кальмары. Сюда даже можно приехать, чтобы просто походить и посмотреть на это разнообразие рыбы. Достаточно большой рынок. И выбор тоже очень большой. Подруга набрала себе креветок и меди, и салмон, это лосось. Я взяла 2 лосося за 25 и сибас рыбу. Я ее люблю, это белое мясо, и в ней только 1 кость, так же как и в лососе. Только что они небольшие рыбки, но такие толстенькие. Я взяла коробку сибас. Там было 12 рыб, они такие достаточно большие, толстенькие, за 25 фунтов. И у меня получилось там где-то, наверное, килограмм 8. И 2 салмона за 25, тоже там, ну, там где-то килограмм 5 завесили, они 2. Достаточно такие увесистые. И вот я это все почистила, мне заняла эта вся чистка 2 часа, даже больше. Порезала по кусочкам, все закрутила в
обернула в целлофан, фолию, и сложу в морозилку. Что-то я буду делать рыбные котлетки, что-то я буду запекать в духовке, что-то на гриле, что-то будет для ухи. Ну, в общем, я жду гостей, поэтому будет просто рыбный Крисмас. И выезжали мы уже, было светло. Ну, надеюсь, пригодится кому-то это видео. И не забудьте подписаться, чтобы быть в курсе.